по моему мнению, на настоящий момент количество клинических исследований в России уменьшается, что, конечно же, удручает индустрию, рынок клинических исследований, потому что потенциал у России довольно-таки большой, есть большое количество квалифицированных исследователей, центров и также большой пул пациентов, который необходим для проведения клинических исследований, а также уже накоплен опыт, который поможет для дальнейшего активного участия в клинических исследованиях. Я думаю, что очень важно в настоящий момент активно вовлекать в Россию в проведение клинических исследований. В настоящий момент я не могу ничего предрекать, но я могу надеяться, что все-таки мое желание того, что количество клинических исследований будет неуклонно расти в России, оправдается. Конференция организована на довольно высоком уровне. Участники – это профессионалы, широко известные на рынке клинических исследований люди. И в настоящий момент пока сложно оценить целиком форум, потому что это только середина второго дня, но я надеюсь, что он будет таким же успешным, как и в прошлом году, и будет иметь резонанс в общественности. Возможность получить опыт других компаний, а также предоставить опыт накопленной компанией Novartis.